приветствую. С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сейчас я хочу ответить на вопрос, почему люди, которые говорят, что мне не важно, как я выгляжу, главное, чтобы мне было удобно, все равно смотрят в зеркало. Для этого есть несколько причин. Во-первых, у человека есть не только телесное восприятие, но и зрительное, но и слуховое. Да? Поэтому человек не может игнорировать другие каналы поступления информации. Я думаю, что все равно, каким бы кинестетически или телесно не был ориентирован человек, любопытство есть, и так или иначе, охота знать, как я еще выгляжу. Это первое. И вторая причина, тоже достаточно важная. Наша культура сейчас очень визуальна. Посмотрите, образы, да, окружают нас со всех сторон. И для того, чтобы оставаться в обществе, для того, чтобы нормально общаться, взаимодействовать с другими людьми, все равно приходится, да, даже если человек не хочет, приходится учитывать то, как он внешне или она выглядит внешне. Поэтому люди заглядывали, заглядывают и, я думаю, будут заглядывать в зеркало.